Всем приветушки, дорогие друзья, с вами Алекс Джаггер, и мы сегодня продолжаем проходить игру под названием Cyberpunk 2077. Тоже довольно-таки давненько не было, поэтому давайте продолжать. Если кто-то не в курсе, что у нас здесь происходит, а у нас здесь происходит... Вон что происходит, у нас здесь происходит бомбежка. Я советую тем, кто не смотрел мои предыдущие видосы, советую посмотреть и понять, что вообще здесь происходит такое. У нас здесь происходит бомбежка, мы с вами... В прошлой серии начали валить из отеля, а нас начали расстреливать какие-то непонятные черти. Из какой-то, блин, компании. Так, тихо, спокойно. Я буду вот с этой штуки стрелять, потому что я помню, с предыдущей серии в конце стреляла, она была довольно-таки мощная. Но, блин, ну, мне тут пишут, конечно же, что... вот, да, требуется 6-й уровень силы. Но у меня там пока что 5-й, то есть мне еще чуть-чуть остается. Мне еще один уровень, и все, тогда она у меня будет довольно-таки мощная. На. На, лови. Умри. Да, чуть как не очень стреляет. Так, там еще эта сраная камера. Кстати говоря, надо не забывать про сканирование. Так, отвлечение врагов, блин. А почему это я ее не могу отключить? Что за бред? Взломано. И... А, пока что они на нее отвлекаются. Так. И да, кстати говоря, там, по-моему, какой-то еще должен быть... Так, о, аптечка, отлично, хорош. Там еще, кстати говоря, должен быть какой-то босс, я помню. Там был какой-то, блин, сраный робот, которого хер завалишь, прям реально. Вот что с ним делать, я не знаю, если честно. Так, ну вижу этих чертей пока что обычных. Его пока что я не вижу, это меня радует. Так, главное, чтобы меня сейчас не валили. Так. Вон. Спокойно. Кому там капец? Это тебе капец. Так, ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо дело. Так, надо бы... Кстати говоря, я заметил, что у меня появились разные аптечки. Да, я там инвентарь свой немножко проверял. Так. Пацаны, я пока что здесь посижу, а вы там перестрелитесь. Ой, кстати говоря, надо еще таймер запустить. Чуть не забыл. Так. Сейчас, секунду. Прям секундочку. Так, вот, нашел. Окей, отлично, пошел. Поехал, таймер, так. Лови. Те. Блин, вот они все бронированные, конечно. Они в каких-то сраных бронежилетах, как военные прям. Реально. А мы нифига не бронированные. У нас какие-то обычные костюмы, как у этих. Как у каких-то аристократов, блин. Нам выдавали, если что. Не путаю. Так. Я стреляю, но я ни хрена не могу в него попасть. А чё с фигня? Блин, еще печально то, что во время боя нельзя сохраниться. Это очень фигово. Так. Я боюсь немножко подходить. Мало ли сейчас это чертиво там вылезет. Так, ну он что-то там застыл. Ладно. Пофиг на него. Ща. Как крыс прям. Лови, лови в голову. На. Блин, сраная перезарядка. Да естественно, я же киборг. Мы все киборги, блин. Мы киберлюди. Чувак, ты что, только сейчас об этом понял, да? Охренеть ты вообще какой тупой, блин. На. Есть минус. Так, а где этот-то? Я не понимаю. Где этот сраный робот у них? Кстати говоря, подожди, а тут что-то еще же ведь есть. Блин, я еще и с этим сраным оружием не могу очень быстро бегать. Так, ну окей. Пожалуй, пока что возьму за пистолет. Так, вот здесь какая-то есть еще одна фигня непонятная. Так, а нет, это ты за это, блин, заплатишь. Так, окей, вот тут какая-то непонятная фигня, которую можно взломать. Я не знаю, что это нам даст, это какие-то, наверное... Так, добыча данных. А, это мы какие-то данные должны получить. Ну окей, так, чтобы выбрать. А мне нечего выбрать. Тут нет, блин... Того, что он нужно нам из списка. Так, погоди, что сейчас было только что? А, вон оно что, подожди-ка. Нам нужно 3. А 3 у нас находится вот здесь, да? Правильно я, получается, выбираю? Опа. Ну да, вроде бы как правильно выбрал. Так, теперь смотрим. Так, теперь нам нужно
две вот такие вот и БДшку. А это у нас есть, по сути, вот здесь. Так, отлично. Одно установлено, другое не выполнено. Блин, хреново. Ну окей. Что сделали, то и сделали. Так, чувак, ты давай это меня прикрывай, пока я тут что-то взламываю. А то иначе так меня могут убить. Так, блин. Да вот что это за странная камера? Ну-ка, отключи-ка ее нахрен. Вот и все. Так, ой, блин. Чё-то нос зачесался маленько немножко. Так, ну он что там, один или это... Так, нет, это не робот, это какой-то обычный черт. А где же этот робот? Я не понимаю, где он там? Спокойно. Блин, а чё я плохо попадаю? Алло, попадаю. А ему вообще насрать, он на меня не обращает внимания. А, во, пошевелился. Так, ну окей. Спокойно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, граната сраная. Так, спокойно. Может, это он за робота сраного засевся, я не знаю. Но даже откуда он еще мог взяться там? Пришел, что ли, я не знаю. Ни хрена ты не попал. Так, кстати говоря, надо подхилиться. Да, у меня немножко совсем, если честно, коцнул. Так. А-а-а, дурачок, сам себе гранату запульнул. Ой-ой-ой-ой-ой, вот-вот-вот, про что я вам говорил, вот, что это такое? Охренеть, мы так и по уши в говне, еще и... Что там было написано, я не успел, блин, прочитать. Ну вот, и чё с этой падлой, блин, делать? Он же, блин, неуязвимый. Кстати, в голову, да я понимаю, что в голову, ну, блин, как... Как нам его одолеть, я не понимаю. Может, его как-то взломать можно? Так, точно, подожди. Взлом протокола. Так, блин, опять эта сраная матрица. Ну окей, так. Какой выбрать? Вот это выбираем. Так, и убираем вот это. Установлено. Ну окей, это было довольно-таки легко. О. Так. Так, подожди секунду. Сейчас этого надо... Одного дурачка нейтрализовать, вот этого вот, главного. То есть не главного, а обычного. Чтобы нам не мешал валить главного. Так. Тихо-тихо-тихо. Ой, блин. Спокойненько. Так. Когда ж ты, блин, умрешь-то, скотина, ты живучая, а? Давай, умирай уже, подонок. Есть! Умер вроде бы как. Или не умер. Нет, он еще живой, блин. Собака такая. Что с этим-то делать? С сраным роботом. Так, спокойно, тихо-тихо. Ну есть, ну наконец-то, блин. Так, минус все черти. Так, а вот что с этой... С этим говном делать, я не знаю. Так, на! Попробуем с дробыша валить. Мне кажется, это немножко бредовая затея. Хотя, урон, в принципе, нормальный. Смотри, как разносит. Бабах нафиг. Тихо. Тихо. А, так я же могу вот так вот, смотри, стрелять. Смотри, я целюсь. Да блин, блин. Что такое перезарядка? Давай перезаряжай уже быстрее. Вот, смотри. Смотри, покажу прикол. Вот, видишь? Как только он начинает... Как только ты нажимаешь кнопку прицеливания во время того, когда ты за углом, он автоматом вот так вот выглядывает и начинает целиться вот в этого врага. Стрелять. Так, вот. Нормально, так, теперь чего? Замыкание, недостаточно памяти. Да какого же хрена-то, блин? И чё, мне придется сейчас просто так его валить, да? Да куда ты, блин? Еще напрягает такая хрень, что ты два раза сразу там нажимаешь. Блин, я же дар речи потерял немножко, так. Ну окей. Когда ты постоянно вот так вот два раза нажимаешь на клавишу вперед, назад, влево, вправо, он берет вот так вот резко отскакивает в сторону. И это меня не очень устраивает. Особенно вот в таких вот моментах. Так, спокойно. Тихо-тихо-тихо. Хилимся. Так. Я надеюсь, на эту собаку нам патронов хватит. Потому что если не хватит, то это будет очень хреново. Так. Ну смотри, у него почти половины здоровья нет. Может, стоит к нему еще поближе подобраться? Не знаю, давайте попробуем, чё бы и нет-то. Да куда ты так поскользил-то? Так, на! 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 На!
На! Ой, не-не-не, это не самый безопасный вариант. Хотя, у меня, по сути, не так уж и сильно коцает, когда я все равно нахожусь за этим, за стенками. Так, спокойно, зачем я сейчас использовал аптечку, не понимаю. Я сговариваюсь, блин, так, спокойно. Как ты меня попал, скотина? Мразь, морозотная, сдохни! Сдохни, у меня там что, мало здоровья, что ли, осталось? Или мне кажется? Так, есть! Хорош! Неужели, блин? Чё, доигрался, ублюдок, да? Доигрался вот так-то нафиг? Так тебе и надо, сволочь. Такая, блин, мразотная. Будешь знать, как меня убивать. Падла. Я помню, они в конце... Так, что я сейчас подобрал? Не понял, ну ладно, так. Спокойно. Тихо, так. Ну-ка, обыскиваем-то. На какую? На ку, что ли? Да, на ку можно бить. На, лови. Я помню, что эта падла меня в конце убила из-за того, что я никак вот из этой херни не мог выйти. Потому что реально, как так можно, блин? Это же нечестно. У меня, походу, что-то, скорее всего, забаговалось. Вот именно поэтому так и произошло. Так. А чё не подбирается-то? А у меня чё, всё уже пере... Да нет. Я думаю, у меня уже вес до конца забит. Так, ладно, прошло 9 минут. Окей. Так, еще какое-то оружие. Так, а он до сих пор шевелится. Так, ну теперь-то я могу сохраниться. Так, сохранился? Да, хорош, наконец-то, блин. Серьезно. Так, тут есть что полезного? Есть. Окей. А, да, блин, да вот как неудобно. Это немножко кривота какая-то с этим, блин. Это тут скольжение, оно меня напрягает. Окей. Еще что-то вижу. А что-то зелененьким подсвечивается. Это наверняка что-нибудь очень полезное, я так понимаю, да? Так. Не понял. А там что-нибудь есть что-то? Да блин, а как туда пробраться-то? Ну-ка, залезь-ка. Залезь. Да почему нельзя-то? Что за херня-то? Как мне эту штуку-то подобрать? Ну-ка, подожди-ка. А я могу отсюда подобрать ее? Ну-ка. Блин, возьми, пожалуйста, ее, чувак. Хорош взял. Отлично, так. Дальше чего? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, сраная камера. Ты можешь отключиться нафиг, а? Иди отсюда в задницу, блин. Еще тут меня, блин, тут выпаливает. Падла, так. Куда нам дальше? Когда вообще наконец уже это... Что это такое? Какой-то... А, это отвлечение врагов. Блин, так, еще палит эта сторона камеры. Так. Так, эту заразу мы сейчас тоже отключим. Мы их лучше все будем отключать, потому что они нам нафиг не нужны, блин. Рабочими особенно. Так, это что такое? Подожди, тут что-то можно... Да успокойся ты, подожди. А, подожди, мы отсюда пришли, что ли? Да ладно, подожди, я узнаю это место. Мы, походу, отсюда пришли или нет? Что-то знакомое место, смотри, прям точь-в-точь, один-в-один, похоже на вход какой-то. Так, задание обновлено, пропуск в высшую лигу. А, это лифт. А что, мы выбраться отсюда-то не сможем? Нет, не сможем, все заблокировали. Охренеть, блин, какой-то, блин, невидимый, блин... Силовое поле там блокирует что-то. Так, погоди, секунду. Мне нужно кое-что подобрать. Так, вот эту фигню. Так, а это у нас что такое? Прочитать сообщение? Нет, сейчас не до этого совершенно. Так. Блин, только не застревай, я прошу тебя, блин. Тут я ничего не видно, блин. Фонаря никакого нет в этой игре. Это очень фигово. Даже со сканером нет такой херни. Так, окей. К вам нужно спуститься на лифте на парковку. Так, ну окей, выбираем тогда парковку. Так, сохраняемся. Невозможно сохранить игру сейчас. Да, блин, опять что ли... Опять что ли сейчас бой будет? Я аж заговариваюсь немножко. Так. А, вот, отлично, сохранилось. А почему во время езды на лифте сохраняться нельзя? Так, блин, что, нас спалили уже? Серьезно? Какого фига? Что там такое? Ой.
В автомобиль? А в какой? Погоди. Так, ни хрена себе, они с чем там? Так, они дурачки все стреляют в этот, в машину. Ладно, насрать на них, так. Спокойно, блин, своими сраными гранатами задолбали кидаться. Сраный, блин, вы говнари, так. Погоди, на какой там? Блин, забыл кнопку. На X, аптечки, так. Ладно, короче говоря, сматываем отсюда. Куда только можно. Как-то больно до хрена, так. Хотя, погоди, может их... А, блин, у меня патронов... А, не, вот, появились патроны, хорош. К пулеметику появились патроны. Кстати говоря, очки нам какие-нибудь новые... Появились, нет? Да вроде бы нет, блин, хреново. Я бы сейчас прокачал бы силу, чтобы мог бы максимально, блин, пользоваться вот этим пулеметом. С ним, блин, ни хрена бегать нельзя. Это меня не устраивает, так. Так. А может всех этих мудаков перестрелять? Чего бы и нет-то? Зачем сразу убегать, если их можно всех перестрелять? Так, где они там? Ну-ка, давайте гранатку кинем кому-нибудь. Так, кого-нибудь задело, нет? Чё-то, мне кажется, никого толком не задело. Сволочи, а? Они тоже еще в ответ, блин, кидаются. Да хватит меня стрелять, задолбали, черти. Ёперный ты, блин, театр, так. На! На! Как же вы надоели уже, сволочи. Серьезно, конечно, вы все сдохнете до единого, блин. У вас вся компания, блин, рухнула. Поняли? Нет, черти. На. А, блин, ну сейчас... Это ослепляющие гранаты, блин. Это не взрывные. Это какие-то ослепляющие. Серьезно? Так. И чё? Да и, блин, если сейчас свалю к этой машине, то они нас обоих берут и... Застрелит просто нафиг. А. Почему он меня попадает, я в него не попадаю? Опять эта херня, объясните мне. Так, а ты-то чё стоишь, не стреляешь, мне не помогаешь? Чё, издеваешься, а, друган? Спокойно. На, словилка в голову. На. На, мудень, блин. Сдохни. Скотина такая, ты понял? Ненавижу тебя. Ублюдок хренов. Как же ты меня попадаешь-то? Да ёперный театр. Что происходит? Что происходит? Что она горит, блин? Да беги, твою же ж мать, блин! Я уже ненавижу эту игру, серьезно, она меня бесит, блин. Гаси его! Иди отсюда в жопу, говна кусок. Бри, скотина, есть! Придурок. Умри, 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 гнида, блин. Быстро, быстро. Сволочь, а? Да они, блин, все с пулеметами, да вы охренели, шо, блин. Какие вы, блин, болотные все мудаки, а? А, умри. Давай же. Сколько ж можете валить? Блин, еще сраная какая-то пыль на микрофоне. Да что ты будешь делать? Еще все против меня, блин. Тихо. Блин, опять горит. А она может взорваться, если горит, да? Нет?
Логично же ведь? Или нет? Я хрен его знает, взорвется или не взорвется, блин. Я хочу надеяться на то, чтобы она не взорвалась. Так. А, блин. Да вот что мне с ними делать, их охренеть вон как сколько много. На-ка, словите-ка гранату, придурки. Так. Грёбаные снайперы. Ненавижу вас. Реально. Сдохни ты, мудень. Я тебя еще, блин, втащу, блин. Как меня задолбали. Мри. Ёбаные корпораты, умрите, я сказал. Да пошел ты нахер, а? Сука. Козел. Извиняюсь за мат, но он реально меня... Сколько можно так уже стрелять? Да твою мать-то, а? Да сколько их там, блин, почему они не умирают? Грёбаный, блин, бессмертный, падлы. И у меня, блин, никакой, блин, нет нормальной, блин, брони, чтобы их завалить, блин, чертей собачьих. Как вы мне надоели уже, сволочи. Завали свой рот, а, мудень. Умри, скотина, умри нахер, во! Говна, кусок собачий, понял? На, сволочь, на, тварь, на, блин, на, говна, кусок, блин. На! Ненавижу вас всех, блин. Ой, еще эта падла, блин, живая. Охренеть, блин. На. Ну на, блин, да сдохни ты, живучая паскуда, блин, есть. Все, блин, доигрались, а. Говныри. Так. Последний, что ли, остался? Все на вас просрал. Мудаков сраных, ненавижу вас. Умри, гнида, умри. Умри, сволочь, умри, сука. Умри, блин. Есть. Все? Или еще кто-то остался? А, там еще один, блин. Блин, кто-то... А, он, блин, гранаты кинулся. Я думаю, кто-то позади меня уже стреляет. А-а-а. Я положу этому конец. Так. Тварь, а. Так, ты-то чё стреляешь? Ублюдок, сдохни! Нет-н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 ет! Нет-нет-нет-нет-нет, грёбаный сканируй, не иди нахрен, а! О, какая же, блин, кривота в этой странной игре, блин, я... Блин, вообще, блин... Не буду в неё больше никогда в жизни играть, блин, в эту сраную игру, блин. Потому что, блин, здесь 750 кнопок, блин, которые делают, блин, лишние действия, которые, блин, мешают нормально, блин, играть. Серьезно. Мне уже чисто из-за этого не нравится эта игра. Твое время вышло! Так, подожди. Своими гранатами кидается мудень. Сейчас мы его нейтрализуем. Почему? Вот как я в него не попал? Ты скотина такая, объясни мне! Грёбаный ты читак хренов! Сдохни! Сдохни! Сдохни, сволочь, мразотная, сдохни! Задолбал меня, тварь некрещенная, блин, ты такая! Сдохни! Сдохни! Сдохни, сдохни, блин! Сдохни, ёк-ломене! Всё, что ли? Неужели, блин? Так, блин, нахер я сейчас использую сразу две аптечки разом? Не понял.
Какие они, блин, бомбящие просто. Я от них охреневаю. Как так вообще можем было столько на них просрать? Патронов, аптечек и всякого прочего, что только у меня есть. А если после этого все будет уже спокойно? Так, ну чё, все что ли? Надеюсь, что все. Так. Теперь валим отсюда нахрен. Какая? Что, блин? Какого хрена они опять появились? Мы же их всех убили. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный нас! Чё, блин, опять что? Чего? Ой! А это же Беннета, чертила этого. Главного, блин, сраный робот. Я разберусь. Так, опять. Да блин, серьезно, опять что перестреливаться? Да сколько ж можно-то? Погоди-ка, что это такое? Ой, блин, какие-то летающие, да серьезно, вы че? Угораете что ли, нет? Актант Арасаки, блин! Что с ним делать вообще? А мне что, самое главное, что ли, нужно валить? Или нет? Так, а я во время езды не могу хилиться, да? А это фигово как? Так, а, это здоровье, вот оно что! Умри, мразь! Умри! Кому сказал умри? Умри, есть! Все? Вы перегружены, уберите ненужные предметы из снаряжения. В смысле? У меня уже перевес, что ли? Заказ выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. О. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Охренеть, еще у меня столько пыли, блин. Вези нас к Риперу, сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Вот именно, блин. У нас будто самые жирные заказы, ты скоро увидишься с Мисти. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Блин, у меня же столько, блин... Пыли, блин, на микрофон налетело после этой бомбежки. Она знала. Она все знала. Не потеряй ради меня. Что сейчас случилось? Мы уснули, что ли, или в обморок упали? Ну, конечно, после этой, блин, бомбежки. Я ж, блин, пару раз психанул, заматерился там. Ну, а чё ж бывает такое, блин? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Как же, блин, здесь не психовать, если такая, блин, кривота в управлении? Никуда его не вези, жди меня здесь. Никуда. Стой здесь и жди меня. Я скоро вернусь. Хорошо. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. Хорош. Прикоснусь к плечу, до встречи в высшей лиге. А, понятно. До встречи в высшей лиге, Джеки. А чё с ним? Он в обморок, что ли, упал? Или чё с ним? Плохо ему стало выйти.
Так. Черный ход в мотель. А, мини-отель уже, да ладно. Так, погоди. У меня вроде бы какие-то новые очки появились. А, они не появились. А что же такое мне сейчас показалось? Походу, мне реально показалось. Ой, блин, наша машина тоже горит. Она в скором времени взорвется. Нафига мы на ней вообще ездим? Так, а что я бегать не могу? А, я типа тоже, да? После этой бомбежки вон как уже устал, блин, ходить и бегать. Смотри, он еле-еле волочится. Еле-еле волочит свои ноги. Ну или либо здесь просто нельзя бегать. Так, а кстати говоря, мы можем с вами... Нет, погоди, не это, а создание... Так, нет, мы ничего с вами скрафтить не можем, но можем какой-то... А, это аптечка. Мне показалось, что это какой-то прицел. Так, окей. Улучшение. А, так тут еще можно улучшать, да ладно. Повысить уровень, чтобы улучшить этот предмет. А какой уровень? Уровень, который... Техники, что ли, я так понимаю? Или чего? На создание инженерное дело. Так. На силу у нас достаточно чего прокачан. Так, карта, снаряжение. Вот офигеть, сколько тут вообще кнопок. Так. Все, что ли? Так, тут почему-то нам ничего сейчас недоступно, блин. Менять это хреново. Я бы лучше, блин, кого-нибудь себе крутую, блин, броню поменял бы. Это у нас что вообще такое? Это у нас какой-то грязный костюм Милитеха. Ну, естественно, грязный. Мы уже испачкались, когда бились с этими уродами. Так. Что у нас по весу? А, блин, у меня перевес. Так вот почему я еле-еле волочусь. Так. Значит, мне нужно что-то продать. Подожди, а я откуда столько набрал вообще веса? И как я вообще так еле-еле хожу с ним? Сам не понимаю. Так. А может половину всего повыбрасывать? Ну, как бы почему бы и нет. Так, это кто у нас там? Кто это? Фиг вы поймешь, какой-то очкарик непонятный. Ну, окей. Получу новый предмет. Очки. Да ладно, блин. А нафига они мне? Типа я слепой, что ли? Так, что у нас тут такое? Хрома... Чего? Я что-то сейчас сделал? Я сейчас... А, блин, я сейчас на какой-то напиток, блин, деньги потратил. Поговорить. Нет, не сейчас. Сейчас совершенно не до этого. Так. Нам нужно куда-то наверх. Ну ладно, давайте идти наверх. Ничего не подбирается, наверное, из-за того, что у меня уже перевес, вот, и поэтому уже не набирается. Вот, 396 из 260. Так, а еще выше? Да ладно. Чё так там высоко, блин, заселся? Телек. У нас что такое, еще что-то подобрал. Так, а у меня от этого нет, не прибавляется вес. От чего-то прибавляется. От чего-то прибавляется, от чего-то не прибавляется. Че, блин, за бредни? Открыть заперто, тут тоже заперто. А я так понимаю, они все заперты. Так, 207, 202, а нам нужно в 204. 206, так. Ага, вон, вижу. Конечный. И? А чё он не открывается? А, во, постучать. Пусти. Здорово, блин. Охранник. Так, окей, а это чё? А, блин, я назад иду. Здравствуй, я пришёл. 54-й канал. Пираты. О вашем проёбе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да. Да, он мертв, а ты, блин, как думаешь? Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение. Он умер. Ой, да ладно, что, серьезно? Мне же. А где Чип? У меня с собой. У меня с собой. Этого я и боялся. А что в этом такого? Сабура Арасака мертв.
Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Почему это мы? Кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Это его отец сам убил. Так, фу ты, блин, какой отец, его сын. Придется уехать из города, звони Эвелин. Надо уезжать из Найт-Сити. Да ладно. Звони Эвелин, закрываем сделку, забираем кассу и исчезаем с радаров. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. В смысле, что делать? Поменять? Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Где его здесь? А, во, понятно. То есть, что у нас? Наш друг, он, получается, все-таки умер? И что мне теперь делать? Мне теперь одному, что ли, сражаться с этими ублюдками, блин? Включить. Ой, да ладно, блин, мы... У нас все, блин, лицо потрепанное, все в крови, блин, разбить зеркало, умыться. Давай умоемся. Че бы и нет-то. Хотя, блин, это же вода у нас. А, не, она нас... На нас нормально влияет. Мы же, блин, киберчеловек, так, разбить зеркало, ну, давай, почему бы и нет. Ой. Откуда у нас вообще кровь взялась? Так, уйти. Мы же ее только что смыли, что за дела? Я бы действительно тоже бы, если бы сейчас бы от этой бомбежки бы психанул бы и разбил бы что-нибудь. И сейчас... Ой. Что? Блин. Я не хочу рисковать, Ви. Ты что творишь? Декс, ты ёбнулся? Я всё-таки действительно выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Че, серьёзно? Он нас предал, блин, оказывается. Вот ты гнида, а. Киберпанк 27.7. И? А чё, это всё, что ли, нет? Не понял, как-то все, конец, что ли? Типа мы умерли, и наш друг умер? Да не может такого быть, блин. Это получается, сколько у меня там по счету? Получается, 9 серий, мы за 9 серий прошли эту игру. Интерлюди какая-то, чё? Выйти на сцену. А, подожди, мы за нового играем? Серьезно, за нового персонажа? Привет. Незнакомец. Поклонница. Они похожи. Не понял, а мы что-то тогда, получается, переродились, что ли? Что это у нас, блин, за новое тело такое? Так. Ладно, подожди, сейчас мы сохраняемся, блин, нос чешется. И давай лучше на этом на сегодня закончим, а то уже я реально не могу. Так, ну окей, что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр этого видеоролика, я надеюсь, вам очень понравилось. Если понравилось, то поставьте лайки, если хотите больше моих видео, то подписывайтесь на мой канал, заходите на него и смотрите с большим удовольствием. А также пишите комментарии к каждому видео. С вами был Алекс Джаггер, и всем пока!